Приветствую всех в 20-м эпизоде Kingdom Rush Месть. Лед тронулся, эпизод называется. Мы возвращаемся в ледяной биом, ледяную локацию. Сотни лет назад злая королева зимы наслала полярный холод на весь мир, пока сильнейшим колдунам не удалось запечатать ее в лед, чтобы она никогда не смогла сбежать из плена. Ну, и вот мы здесь. Что у нас тут? Пока не страшно. Тут, наверное, оставлю истязателя все. Вот здесь, да? Так, костяшку. Ладно, пусть пока идут. Угу. Неприятные ребята, но ничего особенного. Сейчас вызовем нашего монстра и будем уничтожать с легкостью. Ну, с этим разберутся, наверное. Так, вот здесь что у нас? Ну, костяшка, естественно, очень хорошо станет. Да, как раз тут драугры. Так, это что за безобразие? Ну-ка, щупальцами их. Так, так. Непонятно пока, стоит ли ставить. Нет необходимости, не будем ставить. Пусть раскидывают их. Тут истязатель, я думаю, еще надо поставить. Пока героя поставим. Или демонов. Вот сюда. Ну, профукал немного голду. Ага, вот это наоборот у нас. Ребятухи. Требует магический урон. Пробуждается снежный голем. Какой ужас, 200 голды стоит. Уничтожить это? Довольно много, на самом деле. Потому что тут их раскидано, ни один, ни два. Тут придется терпеть. Вызовем все, что есть. Так, ты сражаешься слишком рано. Под костяшкой хотя бы. Под костяшкой, да, нормально. Так, вызываем снова. То, что есть, вызываем. Сейчас магии бьем. Ну вот и приходит отвлекаться, героя тратить. Он здесь кидал что-то. И вышку прокачивать. Упс. К счастью, закончилось тут это мучение. Осталось вот это вот мучение еще. Так, тут нормально. А, тут колдунья еще вбегает. Вышку поставим ради вот этих колдуний. И щупальца. Вызываем. Тут должно все нормально быть. Это что такое? Ледяное сердце. Ледяные элементали на службе у королевы зимы. За их неудержимую волю их зовут Сердцем Севера. Возрождается из его души. Ясно. Какая-то потная фигня, походу, будет. Пока слабовато бьет еще, чтобы... А, ну у них никакой брони нету. Вообще никакой. Переведем, пожалуй.
Нормально, нормально. Вызовем чудовище. Не знаю даже, стоит ли вызывать дополнительно. Потому как с этим еще не разобрались, непонятно, что с ними вообще делать. Я не буду так рисковать. Костяшки пусть работают. Ага, у него как раз магическая. Такая уязвимость есть. Сначала как угодно разваливаешь, а потом с помощью магии. Ну хорошо. Допустим, мы сыграем в эту игру. Вызовем чудовище. Успею? Успел. Ага. А здесь успею? Тоже успел. Ну хорошо. Давайте передислоцируем. Тут не особо сильные у меня башенки стоят. Ой, как много их, слушай. Ну тут... магия у них защита, к сожалению. Ладно, с этими разберемся как-нибудь. Как-нибудь. 12.37. Они упали, смотрите. Не так страшно. Тут, тем более, эти вряд ли пропустят их. Да, падают под натиском. Не так страшно, как я думал. Пока все приемлемо. Здесь, пожалуй, даже вот так выстрелим. Давай щупальца, что его экономить. Здесь какой-то беспредел. Ничего не выкапывается, вроде нет. Давай ударим. Тут все вкачано, костяшки. Так, а тут как-то далеко зашел, на самом деле. Ну, стреляй, давай, уничтожь. Тут вообще какой-то... да, беспредел тут знатный. Костяшек не хватает, на самом деле. С этими разберемся, да? Да, доели. Так. Драугры, но драугров как раз вышечкой вот такой. Опять с броней. Но... ну тут вроде что-то вкачано чуть-чуть. Но тут нормально, я думаю. Опа, вот оно. Неожиданный ход. Ну, не совсем неожиданный, конечно. Тем не менее, поможем. Ударом души. Еще костяшку все-таки или нет? Так, дойти бы тебе. И чудовище признаем. Я бы вкачал, на самом деле, сразу же 330, если было бы золото. Качаем, надеюсь. Да, вот оно. Прекрасно, прекрасно. Но снизу не особо страшно, тут все нормально. Вверх пойдут вот. Перцаете. Надо встретить, я думаю. Так, тут вкачано. Если что, примут, тут тоже вкачано. Вот здесь тогда.
Сюда. Вызываем. Еще чудовище сразу. Так, вот за это страшно, надо убивать. Вот, призывать постоянно. Здесь тратим. Давайте... Я же нажал вызвать самолет, алло. Так, а здесь мне не хватает, да? Ну и что это за... Лучше бы я здесь, наверное. Как же они неудачно. Слушай, ты подвинься немного, чтобы я мог тебя нормально подамажить. Усилим ребят. Помощь. Они, конечно, не такие страшные, когда им не на что отвлекаться. Они могут его закусить. Нормально поражать. Драугры пошли уже тут. Серьезная история. Так, отступить. Чудовище вызовем, наверное. Это беспредел. Нужно встретить. Так, волну он подстанил. Давайте еще вызовем. Не хватает силы убивать все это. Ну ладно, снизу разобрались, теперь отсюда. Этого монстра сюда. Так, тут только костяшки бьют, да? Магического урона тут, к сожалению, не получилось. Ну ничего, ничего. Тут вышка стоит. Тут все примерно нормально. Так. Вот снизу теперь опасно. Мне не нравится, как снизу дела идут. Придется здесь встречать их, наверное. Здесь прожмем. Слишком много врагов накопилось. Оставим еще стражи. Улучшить. Ага, тут еще улучшить. Немножечко отойти, пока подрегенись. Приемлемо, пока все приемлемо. Сейчас могут, правда, неожиданно вот эти вот пробудиться, так сказать. Но это все ерунда. Что же вы делаете, демоны? Не особо страшно. Все нормально. Есть что улучшать. Ага, ну скинем, ладно. Голды, в принципе, много. Бродячих тоже вызовем, пожалуй. Голду не будем уже торопить. Пробудился, да, зараза? Давай сразу скинем. Уничтожим все эти дурацкие вещи. Так. Вот здесь. Остановим их, я думаю. Ага, последний вот он. Тоже скинем.
Нам это здесь не интересно. Интересно, вкачать было бы. Не-не, такого мы не можем себе позволить. Их быстро не уничтожить, они перерождаются еще. Довольно сурово. Так, есть что подгрейдить? Вот тебя. Ну вот так вот. Нужно по-быстрому. Почему бы нет? Все пройдено. 3 звезды. Все, до встречи в 21-м эпизоде.